тебя здорово было, а? Да. А ты помнишь, как я разбежался? И прямо тебе вот с разбегу гол забил, а? Да, и ты ничего сделать не смог. Да, да ты только один гол и забил. Все остальное время мимо ворот мазал. Да, это верно. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Да, но все равно я ведь забил. Да, только с 32-го раза. Ну и я чемпион. Я чемпион. Чемпионовский чемпион. Ну такой голодный. Пойду я сейчас и съем слона. Ну, что? А ты руки помыл? А чего их мыть? Они и так чистые. Ну... Что еще? Ну, ты что, поросенок? Да, я поросенок. Я голодный поросенок, который сейчас съест слона. Ну, что? Ты что, хочешь заболеть? А с чего это я заболею? Ты что, совсем не знаешь, что такое гигиена? Какая еще гиена? Что это за зверь такой? Кролика, например, я знаю. И белку знаю, и лису, и даже волка. Помнишь, мы волка прогнали, а? Помнишь, как это было? Вот, а твою гиену я не знаю. Ну, да что? Это не зверь, не птица. Это наука такая, которая изучает и помогает предотвращать болезни. А как она это делает? Ну вот, например... Как ты думаешь, как возникают болезни? Ну, возникают и все. Вот бывает, знаешь, вот бывает, что раз и заболел. Да. А бывает раз и не заболел. Нет, ну, болезни, ну, некоторые болезни, возникают из-за того, что в нас попадают микробы и вирусы. Кто это такие? Что это за микробы? Что это за вирусы? Да только попадись они мне, ты знаешь, что я с ними делаю? Я возьму палку, и вот так одного, потом другого, потом третьего этого микроба я всех их прогоню! Ну, да твоя палка не страшна никаким вирусам и микробам, потому что они слишком маленькие, они даже не заметят ее. А что же делать? Что делать? А вот сейчас мы узнаем, что делать. А ребята нам помогут. Да? Помогут? А как? А вот как. Итак, вопрос первый. Так, давай, очень интересно. Итак, вопрос первый. Давай, я сейчас все вопросы отгадаю. Мне ничего не страшно. Ну что же, какая бактерия вызывает туберкулез? Ну, не знаю, я таких... Я вообще никаких бактерий не знаю. А вы, ребята, знаете? Правильно, палочка Коха. Фу, а что это за палочка такая? Что с ней, играть что ли можно? Скалки там какие-нибудь, догонялки. Да нет же. Палочка Коха – это такая бактерия. Она такая маленькая, что ее не видно. Значит, это был великий ученый, если ее разглядел и открыл. А как его зовут? Ребята, а вы знаете, как зовут ученого, который открыл палочку Коха? Правильно, это и был Кох. Да, как это я сразу не догадался. А какие правила гигиены ты еще знаешь? Ну, разные. Разнообразные. Ну вот зубы. Зубы, например, ты чистишь? Ну, бывает. Иногда. А сколько раз в день? Ну, сколько? Сколько зубов, столько и чищу, да? У меня внизу 5 и наверху 5. Всего 10 раз. А вы, ребята, знаете, сколько раз в день нужно чистить зубы? Правильно, 2 раза. Утром
и вечером. Всего два раза, я думал, 10. Это лучше, да, чем 10. А какие еще правила гигиены ты знаешь? Ну, не знаю. Разные. Ну вот, когда нужно мыть руки? Руки? Бывает, что нужно помыть, а бывает, что не нужно. Ребята, когда надо мыть руки? Правильно, утром, когда умываешься, перед едой, после еды, после прогулки, после того, как поиграл с собакой или с кошкой. С кошкой я люблю поиграть, и с собакой тоже. О, и с собакой палка пригодится, мы с ней будем бегать, прыгать и скакать. А с чем ты моешь руки? Ну, с чем? С водой. Ребята, с чем нужно мыть руки? Правильно, с мылом. А ноги с чем моешь? Ноги. Ноги тоже с мылом. Ха, молодец, правильно. Ой, а что нужно делать, когда хочется чихнуть? Чихнуть? Взять и чихнуть. А чего тут? Я беру так и делаю все время. Это же мне хочется, я и чихаю. Нужно отворачиваться или прикрываться носовым платком. А, правильно, точно. А вот еще один вопрос. Какую одежду нужно носить, когда холодно? Ну, какую? А действительно, какую? А вы знаете, ребята? Правильно! Нужно носить теплую одежду. По-моему, это совершенно верно. Но это прямо в точку. Когда холодно, нужно носить теплое. По-моему, это правильно. Правильно. А вот еще. Скажите, пожалуйста, а что такое нательное белье? Ну, и что это? А вы, ребята, знаете? Нательное белье – это трусы, футболка, майка. А вот еще один вопрос. Как часто нужно менять нательное белье? Да. Как его нужно менять? Непонятно. Правильно. Нательное белье нужно менять каждый день, как и носки. А, понятно. А сколько раз в неделю, или в месяц, или в год нужно мыться полностью? Ну, я бывает, что раз в неделю, а потом бывает три раза в неделю, по-разному. Мыться нужно хотя бы один раз в неделю. Да, это столько разных правил. Я буду их всех соблюдать. Да, правильно. Если вы будете соблюдать эти правила, то будете меньше болеть. Будьте здоровы! Эх, я сейчас эти все правила выполню и буду здоровый-приздоровый, как слон. До свидания, ребята! Всем пока! А вам, ребята, задание. Сочините стихотворение и загадку про здоровый образ жизни и гигиену. Победитель получит приз! А мы поздравляем вас со всемирным праздником борьбы с туберкулезом и желаем вам крепкого-крепкого здоровья! До свидания!